Несмотря на дождь и ветер, студенты Ивановского энергоуниверситета собрались во дворе первого корпуса на оригинальный флешмоб. Повод – грядущий Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. На асфальте мелом нарисовали цветок, лепестки которого символизируют единство континентов на планете. В центре символа фестиваля – белоснежный голубь. Мы должны были подготовить вот этот вот цветок. Все очень сплотились. Были организаторы, вот, и они просто... На ходу придумали, что нам делать, и очень грамотно все это организовали в итоге. В итоге получилось здорово. Представлять свой город, регион и страну на фестивале для многих большая честь. Заветное приглашение получили лишь целеустремленные, талантливые и активные. Всемирный фестиваль молодежи, сами понимаете, что это огромная площадка для коммуникации, для общения, для передачи, наверное, отдачи и получения каких-то знаний. Мы очень этого ждем. Я так понимаю, там будут какие-то дискуссии, там будут концерты, там будут мастер-классы. Россия последний раз принимала фестиваль молодежи в 1985 году. В октябре в Сочи ожидают более 20 тысяч человек. Наш регион, безусловно, внесет свою лепту. Из 70 ивановских делегатов 18 учатся и работают в ИГУ. Добро пожаловать! Говорим мы всем участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Вы вносите вклад в будущее нашей планеты. Спасибо вам! Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.